кладки называют у нас оловицы. Их три кладка. Один на груди привязывается. Да, вот я сейчас буду снимать. Вот которые впереди, сейчас я их сниму. Концы. Видите? То есть я их за лямочки и вперед вытащила. Это последний. Второй я за лямочки, но от себя, и они сзади будут. Да, вот эти, как бы на плечной. И этот на груди перевязывается, чтобы потом усы. Еще сюда одевают цепи серебряные у кого, значит, чем богаче, тем больше цепей с крестами. Чем больше, чем богаче, тем больше прядей янтарей. Платки это тоже как бы тафта, ну шелковье они называли, но тафта привозилась и была очень ценной тканью. Из синей, зеленой, фиолетовой шили сарафан, а вот из алой, из красной вот эти платки оловицы. Не у всех девушек были эти костюмы. Это сборный костюм, и только у богатых может быть комплект. А так на свадьбу и на выданье, чтобы девушку выдать, ее одевали всем миром. Потому что, знаешь, девка-то на выданье, надо вот последний год, вот потом вот, да, одевали под нее, если худенькая, как вы, значит, три сарафана, пять сарафанов, и сколько там можно, чтобы добрая девка была. Ну и все эти причиндалы, чтобы она у нее и тут была, чтобы парни ведь не больно понимают. Широко значит много. Ну что ж, вот каратёна должна быть обязательно из парчи с вышивкой, да? Все тут серьезно так. Если не сарафан, значит юбка. Обязательно блузы. Вот у нас уже. Это не старинный костюм, но он сшит один в один по ткани, по выкройкам, по цветовой гамме. Один в один как бы наш старинный костюм. Просто старинные очень сложно возить. Стирать нельзя, ходить в них нельзя, мы же вас весь Питер обславили в этих сарафанах. Вот. Ну вот, если что-то по костюму интересно, можете спросить, потому что мы изготовили Зинаида Григорьевна, у нас руководитель, она как женщина, которая отдала 30 лет хору Карпогорскому, она создала книгу «Песни Пинники», вот сборник «Свадьба пинишская». Мы с ней ехали в весь Пинежский район, и из сундуков женщины доставали и давали нам костюм. Она примеряла на меня, когда я была еще в фигуре, и фотографировала. Я еще тогда не знала, что это будет книжка, поэтому там могла быть и накрашенная, и не причесанная, да? Ну, думали, альбом и альбом. А потом, оказывается, издали книжку. Вот пинежский костюм, это там вот мы мастерили эти костюмы, так что если там что-то не очень, это мои огрехи. Вот. И последнюю книжку уже мы издали, когда я стала тоже работать на хоре на Карпогорском, и мы издали танцы пинежские танцы. Я вам сразу говорю, если кто приобретет, там не все танцы показаны качественно в видеозаписи, потому что все коллективы хотели попасть в этот сборник и пожелали. Ну, а так как не всегда желаемые и правильные бывают, поэтому немножечко